Девочки, не рожайте рано. Мне бывший мой парень предлагал детей постоянно сделать. Мне сейчас 19 лет. Я недавно встретила девушку, которой 25, а родила она в 20. У них с мужем была невероятная любовь. Он так хотел этого ребенка. В итоге, что она осталась одна с этим ребенком, а алименты, которые он ей высылал, это 300 рублей. 300 рублей. А потом он стал ей высылать 3,595. На 300 рублей можно туалетную бумагу купить. Она говорит, этот ребенок, я его, конечно, очень люблю, но он всю мою молодость забрал. Я вот сейчас работаю на двух работах, я могла бы себе там волосы сделать, реснички, а я ему еду покупаю, кроссовки, потому что они сколько, 5000, что ли. И так живет пол населения России. Перебивают с копейки на копейку, родили рано, блядь, на ноги встали от какого-то дебила, который их бросил, который вот так вот глушит. Я вот, честно говоря, не хочу в 19-20, ну еще там вот в молодости рожать детей, когда у меня у самой ни хера нет, я еще сама ребенок. Короче, девочки, не слушайте, пожалуйста, этих мужиков, которые вам лапшу на уши, я хочу ребенка, да иди ты. Сама туда иди. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Слушайте, какая у нее дорогостоящая попа, да, вот покупать для нее бумагу за 300 рублей. Слышите, ни хера себе, рулон нормальной туалетной бумаги полтинник стоит, слышите. Ну ладно, не об этом речь сейчас. То есть я правильно понимаю, то есть это мужчина виноват в том, да, что женщина рожает рано, к примеру, да, то есть это у мужчины материнский инстинкт, есть там другие инстинкты размножения, да, вот, ну а у нее что, башки своей нету, как бы, я извиняюсь, это ж не 15 лет там, да, то есть не там 16 лет возраст согласия, да, это 19-20 лет, там уже как бы мозги уже должны быть, там, я извиняюсь, в 19 уже там 20 лет уже институты заканчивают люди. И что, мозгов так и не прибавилось, да? Только писей думаешь, да? О, он виноват, он мне алиментов 300 рублей, а потом 3500, слышишь, блин. А где твои мозги-то были, не понимаю. Я не... Слушайте, во всем всегда виноват мужчина. Во всем абсолютно. Что бы вот в жизни женщины не произошло, причем плохого, всегда все виноват мужчина. А то, что хорошее происходит, это я добилась сама. С помощью мужчины, ну, добилась сама, ребята, и все, да. Все плохое, это мужчина-козел, и все. Ребята, ну, весело, что весело. Ну, я понимаю, да. Это те, которые нам про ответственность заявляют. Да-да-да.